Как бы можно найти меня в Инстаграме и купить эту чудесную книжку. Поздравляю Лану еще раз с 8-летием. Это такой знак бесконечной поэзии. И программа составила свою, состоящую из первого стиха, который созвучен с ее песней про свет и про выбор пути. Фонари. Что в головах у ночных фонарей, если они и так светлы? Их отражения в воде дают крен, но продолжают плыть. Все потому, что пытаюсь прочесть мысли, что вышли из-под пера их. Взгляд на светлое, словно ковчег. Взгляд и вера не умирают. Только читая их, я ощущаю себя фонарем, будущее приняв натощак, прошлое забывая, не ставя в упрек. Кто создан, чтобы освещать? Я все время за что-то боролся. Я изнурен. Не в борьбе к нам приходит победа, а в умении по жизни светить фонарем и не устать от света. Следующий, наверное,